Так, парни, всем здорово. Будет у нас игра на аппарате, пойду в мид. Время 4:30 ночи, я пишу для вас ролик. Делать нечего, скучно, решил поиграть в Dota 1. Как раз и ролик заодно записать. Так, ну что, пойдем в мид, смотрим составы. Руна мне фри рунку дают, никто не идет за руной, отлично. Раз такая басня пошла, сразу нулик куплю себе. Несу себе нулик. Взяли там инвокера у нас, пик это медовый инвокер, я так понимаю. Либо снайпер, кто-то один из них. Если снайпер, то снайпер у вата. Да, это медовый инвокер. А, это медовый шейкер, интересно. Вот, это очень интересно. Интересно, как забирает клепочка у меня на Джоу. Ее засхитить. Несем себе хилочек. Деревце принесем. Там вот стой. Сейчас принесет слоу ринг, будет спамить своими фрисурами. Не очень приятно. Надо будет ботл себе нести в этой игре, наверное. Вот это не офигел или сейчас он мне. Где отсюда? Бесит. Так, бара у меня в команде нет, бара есть, кстати. Я его пока просто не вижу на карте. Не действует он. Плохо так он типа мне заруинил. Я за это его не прощу ему этого. Пахнет ли это фильм, брат? Живет, хватает ему хп, шички. Если бы бара бы не был тупым, глянул бы на карту, может быть, уже бы убил бы его. За его наглость. Что-то решил побегать на аппарате, скучно стало, решил. Тупо думаю, на аппарате поиграю. Хороший герой. Я его люблю очень сильно, на самом деле, в аппарат. Я редко не играю, но я его очень люблю. Герой очень сильный, герой универсальный. Чехлоруна, может какая-то регенерация лежит. Постану. Шейкер пошел на линию, точнее на базу. Сейчас куплю себе стаф Визард уже. И останется 1250 до Ганима. Ой, до Ганима, до Дагона. И на 7 уровне буду реализовывать. На город наших союзников напали враги. Ладно, не умереть глупо. Я умею это делать. На город наших союзников напали враги. Сейчас апну 6 уровень. Мана нет, друг. Двести 21, ого. За ассиста дали так не туго. На город наших союзников напали враги. Все, есть 6-й, кстати, сейчас 6-м уровнем его сразу убью, как только он на линию придет. Я про инвокера.
пойду схожу за руной, может что-то найду. Вот пришел инвокер. 750 денежек у меня. Сейчас попробую в спину зайти, убить его. Уля подставляется, умирает. Какое-то движение там непонятное происходит на карте. На 7 уровне возьму второй скилл, чтобы догон максимально реализовать. Вот та почти зарядилась. На город наших союзников напали враги. Попал, нет. Попал. Сильно особо. ДД он забрал, надо было разбить, я не чекнул таймер просто. Так, куплю догон себе. Кларитосик хочу еще взять себе один. На город наших сейчас союзников куплю кларитосик, соларинг, буду собирать себе и, наверное, выйду в какой-нибудь, посмотрим. Ситуация, артефакты какие-то будут выходить полезные. Пока у меня фримит, никто мне вообще не мешает никак. Просто все ушли, отказались стоять со мной. Всех выгнал с линии. Локеров и прочих друзей. А, тут же одним кликом, да, юзается. В Аклерите сожрал случайно, очень страшно. Парень. А вот там бар сейчас добьет, блин. Капец. Так, хотел его убить, но нет, бар его сейчас заберет. Фак. Сейчас бар толкнет его просто своим конченным ударом. Оставь фраг. Фраг бара. Он умер. Он умер. Не беги. Прошу. Плиз. Не побежит, интересно. Побежит, наверное. Нет. Кинвукера петуха ебаного. Давай. На город наших союзников. О, боже, ой, блять, конченый бэк, сука. На город наших союзников напали враги. Петуха ебаного. Радовался точно, не слух.
Мою, блядь. Мою. Будьте добры, пожалуйста, рассчитаться со мной. Не хватает золота. Быстрый инвокер закончился. Прям моментально, бы сказал даже. Пожалуйста, дай проснуться. О, конченый Бэйн. Ладно. Хрен с тобой. Усыпил ты меня. Базара ноль. Еще снайпер прошел. Я умер, да? Ебать. 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 Снайпер, ракета, все в меня полетело абсолютно. На город наших союзников напали враги. Тиммейт, это офигенно, кстати, нет смысла расслабляться. 0-2, 0-1, вон я вижу. Да что делают? Прям под тавер, под Т1 лезут. Психи. Просто психи. Всех убил, пацаны, профи просто. И снайпера забрал. Видели, как красиво это сделал? Даже несмотря на него, я его убил. Задрот. И богу задрот. На аппарате. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит, сори. Ладно, купим себе вот так вот возьмем. Я сейчас соберу себе вот эту штучку еще куплю себе. Все это принесу. Так, ульта второго уровня, надо ее реализовать будет сейчас куда-нибудь. Сейчас инвокер прилетит мид фармить, я его хлопну. Так вот сделаю. Тоже нормально. Господи, снайпер. Считай, мертвый снайпер. На город наших союзников напали враги. Умри. На город наших союзников напали враги. Рашу делает шейкера. Задрот на шейкере, и богу. Рашу делает, смотри. Шум мутит. Батя на шейкере. Так, сейчас тут кто-то будет по-любому. Ждем. Чуйка здесь меня не подводит. Кто-то здесь сейчас будет. Ну же, покажись. Я готов убивать.
вообще никого не помню. Ладно. Чуйка меня подводит, понял. Умер. Полетели, убьем снайпера. Вот мальчик фармит с мобом. Сейчас убегать, сука, будет. Нахуя ты монстр? Научи так играть, бро, пишет. Когда руки, брат, ничего тяжелого. Просто понимание доты. И лучик есть. На город наших союзников напали враги. Что? Сейчас будем разносить дальше кабины. Ну, есть уже шейкер готов к самоубийству. О, вот так. Даже без дохода. Вот едет. Я сейчас кого-то найду. Это знаю. Где вы фармитесь, а? Никого не нашел, блин. Все где-то прятались. Ладно. Фармим крипчика. Локер умер. Шейкер стоит в инвизе, когда спрятался. Смотри на него, на этого задрота. Спрятался. Нашел, патрона. Нашел. Спрятался парень. Проверяю. Воля.
ракета. Сука. Вот объем, двоих сбили. Пара до конца побежал, до самого трона. Так, пацаны, сейчас он лебнет, у нас тут баланс, кстати. Так что все супер. Отлично, баланс есть. Шейкер с лотаром — это просто зверь. Для шоу панда делает просто какие-то фейерверк шоу фокусы показывает. Задрот. А панда задрот. Ля, шейкер раскидывает. Опа, досты. Нашли. Ладно. Задрот. Санстрайк будет, надо быть осторожным, не попал. Читаемо было. Там у шейкера может быть этот, быть уже готовый. Лотар, будь осторожней. Я более чем уверен, что он сейчас с лотаром бежит за мной. Просто более чем уверен. Наши воины вступили в бой. О, пацаны, снежная вьюга на вас напала. Застыбали вроде. Тормоз, блять. Шейкер за мной бежит. Где кто? Все попрятались? Попрятались. Шейкер. Патимейкер. Так, отойти надо немножко. Так, Дахер Зериал остался, короче. Дед Мороз и своему подарочки. Это моя фишка.
Надо, кстати, догон себе купить. Ой, догон, господи, ворты, что обезьяны никогда не купят их. Морды для них это что новенькое. Короче. Блять, я промазал скиллом. Как я промазал, я не понимаю. Каким ртой промазал, должен попадать. Союзников напали враги. Блять, какой-то. Я не должен был там промазывать. Промахиваться, промазывать. Что-то вообще не понимаю. Как я там промахнулся? Что за бред? Ладно. Пойдем новых жертву искать. Но он там убивает пацана. Где? Сиердой свой. Тугарской. Демоны проклятые. Шикеросик. Не убежишь, прям за жопу поймал. Сейчас дагерок себе куплю, мне динамики не хватает. Панна, снайперочек. Братюня, стопешечка. Приехали. Бля, сейчас и две кнопки нажимать будет. Блять, конченый инвокер. Вот. А, ну не видит, у них достоинство с догоном бегать, фига себе. Спрятался, брат. Умер. Так и напишем на гробу. Умер. На крышке гроба. О, мир. О, бля. Фига себе. Бар, красавчик. Красавчик. Умер. Наши воины вступили в бой. Да ни хрена вы офигели. Чуть вардер. Устроды. И бешеные. Да ты шо, брат? Стопешечка, стопешечка, стопешечка. Я что-то не понял, что тут за движение пошло. Братишка, привет. Ультракил реализован, нормально. Просто аппарат читер какой-то. Бутылочку себе еще принесу. Соринг, по сути, вообще не нужен. Его купил просто так, наверное, вытянуть можно вообще. Бесполезно. Там шейкер, кстати, живой. Сейчас отъехать могу. Просто сейчас отъеду, если шейкер меня найдет. Буду рисковать, просто под себя буду кидать эту фигню. Поможет нам, если шейкер мне нападет. Нормально, вроде живу. О, шейкер, нашел. Блять, ушел, а? Ага. В NV
из-за своей аватары. О. Наши воины вступили в бой. Наши воины вступили в бой. Так, мне нужно его убить, он мне не нравится. 5 вард снял. Кучный атропс. Раздражает он меня что-то. Шем, все смешно-смешно, но мы проиграть эту игру можем еще, как бы. Смех-смех, но... Мейты не внушают никаких надежд вообще. Что-то. Аппарат умирает, нет? А, нет. А, достал, ни хрена, нет. А, достал, точка, нет. Замерз. Здорово, братан. Аппарат слушает тебя. На город наших союзников напали враги. ЗМХ говорит, Эрпор даст. Ты умер, можешь не убегать даже. Клинку себе купить. Иди в жопу. Психи, блядь. Падают они на меня, смотри на них. Агрессоры. Вонючки. С догонщиком, я понимаю, скиллы. Вообще мне сейчас, по-моему, хекс понадобится, если честно, быть откровенными между нами. Иди, что ты боишься? Трусит что-то. Я завис, развис. Варды нужны. Ух, кто-нибудь на Вижн, пройдитесь, я убью вас. Хоть один, пожалуйста. Не хочет никто эти пары. Чего убить не дают, понимаешь? О, смотри, сломали варды. Петушки, ребешки. Давайте по Вижну. Вижу. Молодчик. Домой идешь. Домой, я сказал, идешь. Он должен сдохнуть. У меня ульт последнего уровня замакшен. Он не должен выживать, там его ни за что не захилит. Там хп 300 осталось. Когда умирает. Я спрашивал, умирает.
Ломаюсь. Наши воины вступили в бой. Ой, круто, мне приятно. Monster kill! Это ГГ. Спасибо, это меня потратит. Конченый шейкер, не пойми, откуда взялся, блядь. Так, 3400. Или не надо брать хекс? Не знаю, типы не хотят пушить. Блин, ну малейший стан, я отъезжаю. Или взять себе всю же линку. Будет замаксить догоны, этого хватит. А, я знаю, что я себе возьму. Я возьму себе сейчас... этот, как он? Который КД уменьшает. Актаринкор, точно. И ХП мне даст, и Аджор мне даст хороший. Да, и догон потом замакшу. Правильно. Правильное решение. Я никаких БКБ собираю тут. Без БКБ обойдусь. На город наших союзников напали враги. Надо еще травла сяпнуть будет. Шейкер там бегает. Уже не бегает, скоро лежать будет. Действие с татаром, ну, с просветом, да, с просветами. БКБ собирает себе. Побежал, у этого фиссуры нет, в принципе, он умирает здесь, наверное. Урну не вешает, и задрот бара. На город наших союзников напали враги. Ай, блядь, скрипнул. Ехал. На город наших союзников напали враги. Ехал, говорю. Умер. Глянь на них, психи, блять, накинулись. Division ставить. Пока миллион слотов не соберут, не пойдут пушить. Класс. Ладно, ждем, пока они слоты соберут. В принципе, соло не могу закончить, и аппарат. Я герой, который интовик, мне магии убиваю. Надо Октарин сделать, травала купить, и догон замаксить, и все. И пошла-поехала. И не лагать еще желательно. Ну, это сика лагает, не я, в принципе. Ничего удивительного. Сейчас, надеюсь, развиснет. Потому что игра очень эпическая. Как эпическая, просто убиваем, пока добегаем пацанов. Вообще, походу, не разлагаю, да? Классно. Интернет-чек работает. Че, интернет упал, что ли? Лол, интернет упал. Кайф. В связи с чем это, кто мне скажет. Сейчас перезагружаю роутер, думаю, отвиснет. Да, вроде отвис. Ну, вроде отвис, сейчас жду. Да, отвис. Угу.
Сейчас посмотрим, должно отлагать. Меня вроде не кикнули, хорошо. Ну. И чё там? Wi-Fi уже работает. Меня кикнули. Я отвис, пацаны. Прикиньте. Я отвис, и меня кикнули. Пофиг, залью такую игру, что делать. Ладно. Спасибо всем, ребят, за просмотр. Давайте поставить лукасы. Подписаться на канал. Надеюсь, какая-никакая игра вам понравилась. В принципе, не полная вышла. Сами понимаете, интернет просто повис. При вас. Вот я пытался перезагрузить роутер. Меня просто выкинуло. Блять. Ох уж этот интернет. Ладно, пацаны, всем спокойной ночи. Пойду я спать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока, увидимся.